Всем привет! Прошу прощения, что пропал так с радаров. К сожалению, сейчас времени нет вообще записывать ролики. Изредка буду появляться. И давайте вот сейчас сделаем вот такой небольшой призывчик на X10. И попробуем достать все-таки пятерку из данного события. Напомню, что у меня вот за все попытки, что я делал, ни одной пятерки этого события нет. Ни одной. Так. И пока, как я вижу, только идут тройки, как обычно. Блин. Неужели здесь ничего не будет? Не знаю. Честно, если здесь тоже ничего не будет, еще реже, наверное, буду сейчас записывать, потому что, к сожалению, жизнь диктует свои условия, и есть... Скажем так, появилась больше необходимость тратить силы в другом направлении. Так, осталось 4 призыва. Так, что у нас здесь? И шаг. То есть, в принципе, 7 призывов и только тройки. Арман тоже тройка. Осталось 2 призыва. И смотрим, что у нас здесь. Кайлани. Последний призыв на сегодня. Ну, вы все видели. То есть, в принципе, у нас здесь шанс. Шанс-то, в принципе, здесь не такой уж и высокий, но все равно за X10 было получено ровно 10 троек. Ладно, спасибо, что смотрели до конца, ребят. Вам удачи на призывах. Пока-пока.